Давайте, старики, так. Время каждый сам терял. Пускай его сам себе возвращает. Где обитает Когалымское время, горожане знают. На улице Мира. Возле компании, которая и установила памятник часам – «Лукойл АИК». Этот подарок закрытое акционерное общество сделало горожанам 5 лет назад. Тогда коллектив праздновал 20-летие предприятия, а город отметил свой 30-й день рождения. Памятник выполнен в стиле сюрреализма. Кстати, это направление искусства вышло из теории психоанализа Фрейда – сюрреальность. Как бы совмещение сна и реальности, разделение духа от материи. И в этом памятнике наблюдается очень много символичных деталей. Например, дисковая задвижка представлена в виде головки сыра, а кусочек, нанизанный на вилку, показывает долю нефтяной компании. Белка бежит и крутит земной шар. Она символизирует саму жизнь. Глобус – глобальность мира. В нем расположена материковая часть России. Шляпки надежно забитых гвоздей – основные города присутствия Лукойла. Сам Когалым обозначен на карте буровой вышкой. На циферблате – герб города. По соседству – нефтяная скважина. Бур в виде штопора, вскрывающего землю. Перьевая ручка говорит об успешности управления компанией. Нефтяную качалку продолжает голова журавля с клювом, как колодец – журавель. Все реалистичность ярко выражена и в трубопроводе. Угловой вентиль с кружкой, манометр в виде скворечника, уровнеметр в виде градусника. А в основании скважины печная дверца, как символ топки мировой экономики. Представляете, внутри часов находится настоящий швейцарский механизм, а устанавливается время по спутниковой связи. В привычной обстановке маленького города эта композиция выделяется своей нестандартной архитектурой. Автор этой модели – российский художник-скульптор Андрей Козлов. Пятую весну стоят часы на этом месте и напоминают прохожим о самой большой ценности – о времени, стрелки которого никогда не повернуть вспять. Светлана Сапрыкина и Николай Гаркуша. Специально для новостей.